Что значит вредно пить? Чушь. В журнале «Здоровая жизнь» за 67-й год один доцент, фамилию забыл, так и пишет: напивайтесь, полезно. Ну, коньяк вообще полезная вещь. Что говорить? Он от простуды, от ревматизма, сосуды расширяет, сужает любые. Коньяк всегда полезен. Но дорогой. Потому и дорогой, что очень полезный. Ну, а у кого сердце больное, тому коньяка не надо. Водку с перцем. Но только надо все это помешать поровну. Туда чуть-чуть крепленого. Две рюмки. Не больше. Лучше три. Ну, можно и четыре. Все это перемешать. Как дашь? Очнулся и не найдешь, где сердце. Вот пусть кто хочет, ищет, не найдет. Да это в журнале было, в «Науке быть» или еще в каком, ну не помню. Профессор один себя вылечил, детей подлечил. Все этим. Перец, водка, сухое, крепленое. Там и таблицы есть. И не помню, в каком журнале. За прошлый год. Да подшивку можно взять. Только пишут, беременным женщинам нехорошо, нельзя. А без перца можно, состав тот же. В журнале «Вокруг мира» один профессор, значит, пишет. Суставам смазку дает 150 зубровки, 200 Мицного, 250 олиготе, 3 семерки, 300 санцедару и ацетон. Ну, только капельки, чуть-чуть, так, для запаху. Забываешь, где суставы. А вот желудочно-гастритикам надо осторожнее быть. Им, ну, нельзя этого, ничего, ни олиготе, ни марочных. Для них гибельно. А спасает спирт с хреном. Но потом 2 часа ничего не есть. Только пивом запивать и терпеть.